С какими ожиданиями идут люди на избирательные участки, сегодня выясняла наша съемочная группа. Предлагаемые поправки в Конституцию затрагивают самые важные стороны жизни граждан и общества в целом. Свобода вероисповедания, возможность сохранять национальную аутентичность – это наш духовный фундамент. Это все поправки для народа, для будущей наших детей и внуков. И надеемся, конечно, на Бога, что это водворится в жизнь. Участие в голосовании – свободное волеизъявление каждого человека. Каждый человек свободно решает, идти или не идти на голосование. На данный момент я исполнил свой гражданский долг и обращаюсь ко всем единоверцам с призывом проявить свою гражданскую активность и не оставаться равнодушным в решении будущего нашей страны. От духовного к материальному. Поправки, касающиеся территориальной целостности страны, принимаются в интересах будущих поколений. Эти поправки необходимы всем нам, каждому из нас, нашей семье, нашим детям, нашему окружению. Поэтому нам необходимо выразить солидарную волю людей для того, чтобы страна была крепче, для того, чтобы страна была увереннее, для того, чтобы мы с вами жили с ощущением здорового оптимизма на многие годы. В стране у нас происходят очень важные события, которые будут, скорее всего, определять нашу жизнь на ближайшие десятилетия. Если мы хотим, чтобы общество развивалось дальше, динамично и соответствовало развитию окружающего нас мира, конечно, нужно прийти проголосовать. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Дмитрий Скрипченко, Республика.